В такой метель дорожники особенно тщательно следят за обстановкой на трассах. В Барнаульском ДСУ номер 4 этим занимается новая диспетчерская служба. Уникальная не только для нашего края, но и Сибири. Чем именно, расскажет Ольга Галютина. Сколько у нас техники, когда говорят, что у нас техники в крае нет, вот смотрите. Вот это вот карта края, это вся дорожная техника, которая на крае задействована в настоящее время. 24 часа в сутки в режиме онлайн. Дорожную обстановку диспетчер отслеживает по видеокамерам и с помощью данных метеостанций. Они установлены на региональных трассах. На пульт диспетчера автоматически приходит сообщение, что на том или ином участке дороги требуется устранить проблему. На неблагоприятные погодные условия дорожники реагируют оперативно. Туда сразу же перебрасывают снегоуборочную или ремонтную технику. Мы видим всю технику полностью по всему краю дорожно-строительную. Вот мы видим вот точки, это вот на каждую можно нажать, это будет конкретная единица техники. Вот. То есть мы видим, на какой дороге она сейчас находится, можем посмотреть, что она делает. Вот мы видим, пожалуйста, номер, тип техники, что она сейчас едет, стоит. Сеть автомобильных дорог Алтайского края самая протяженная в России – 17 тысяч километров. Поэтому контролировать обстановку на каждом участке дорог непросто. И умная система помогает скоординировать работу службы. Подобные компьютерные программы работают и в соседних регионах. Дорожники края не стали заимствовать опыт своих коллег и разработали свою систему. В любой момент в нее можно внести коррективы и улучшить качество работы дорожников. Ольга Галютина, Антон Червяков, Новости.